Киностудия «Мосфильм» в этом году отмечает свое 90-летие. Фестиваль, посвященный юбилею старейшей киностудии страны, стартовал сегодня в Нижегородской области. Что особенно приятно, гостем открытия фестиваля стал гуру отечественного кинематографа Карен Шахназаров. Благодаря «Мосфильму» свет увидели более 2500 отечественных полнометражных фильмов. Картины самого Шахназарова, такие как «Мы из джаза», «Курьер», «Палата номер 6» и «Белый тигр», покорили не одно поколение российских зрителей. Нижегородскую область Карен Шахназаров знает и любит. Не исключено, что следующая картина «Метро» будет сниматься здесь, у нас. Ну, планы есть, но так все вам расскажу. Тут места-то замечательные, поэтому... Я не исключаю, я натуру выбирал, кстати, для «Тигра» в этом, в Дзержинске. Там Гороховецкие лагеря, я как раз был, поскольку я в армии, там еще на учениях был, я приезжал, смотрел. В рамках фестиваля в киноцентре «Рекорд» пройдет показ лучших картин, снятых на киностудии. Нижегородскому зрителю предлагают вспомнить фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Ролана Быкова. Все киносеансы фестиваля проводятся бесплатно. Александра Рьянова, Георгий Захаров, Горький ТВ. We'll be right back.